12 июня отмечают День России. Поздравь своих близких открыткой, которую нарисуешь самостоятельно. Смотри мастер-класс и повторяй за нами. Проведи вертикальную и горизонтальную линии. Они обозначат центр композиции. Нарисуй овал – это тело кролика. Добавь ему ушки и лапки. Прорисуй более детально кролика. Выдели голову. Она должна быть меньше, чем тело. Наметь глаза, нос, рот, язык и два зуба. Обозначь овалами внутреннюю часть ушек, кружочками – щечки. В лапках кролик держит флаг. Сначала наметь древко – палку, на которой крепится полотнище флага, а затем обозначь само полотнище дугообразными линиями. Сделай края флага более плавными, как будто он развивается на ветру, и добавь складку. Раздели полотнище на три части, так как флаг России состоит из трех полос. Сотри линии построения. Внизу нарисуй несколько ромашек разного размера. Серединки цветочков лучше сделать овальными. Затем наметь пригорок и обозначь фон картинки. Обведи черным фломастером кролика, флаг, ромашки и пригорок. Линии должны быть ровными и четкими. Закрась кролика серым цветом, его щечки и внутреннюю часть ушек розовым, рот красным, а зубки белым. Древко флага сделай коричневым, а полотнище белым, синим и красным. Добавь тени, они сделают изображение более объемным. Например, на боках кролика сделай тени темно-серым цветом, на флаге серым, синим и темно-красным. Светло-серым цветом нарисуй блики на животике, лапках, ушках и под глазками кролика, а также на древке и полотнище флага. Раскрась голубым цветом фон, зеленым траву, белым лепестки ромашек, а желтым их серединки. Добавь темно-зеленые травинки и точечно маленькие желтые цветочки. Белыми линиями обозначь движение флага и лепестки вокруг кролика. Открытка готова. Осталось написать приятные пожелания.